Будут ли и дальше принимать заявления на единовременные выплаты по материнскому капиталу? Сколько пенсионеров используют интернет-ресурсы, обращаясь за назначением пенсий? Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции Ивановского отделения Пенсионного фонда России. Одной из главных тем стала индексация пенсий у работающих пенсионеров. Если на 30 сентября 2015 года человек не состоял в трудовых отношениях, да, но потом он, так скажем, принят был на работу. Вот если он у нас будет значиться работающим пенсионером, мы как бы этой категории граждан повышать пенсию с 1 февраля индексировать не будем. Пенсионерам, которые работали в нынешнем году, в августе 2016-го, увеличат страховые пенсии, исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов. С февраля стоимость одного балла будет составлять 74 рубля 27 копеек. Чтобы подать заявление на назначение пенсии, не обязательно идти в клиентскую службу пенсионного фонда. С июня ивановцам предоставлена возможность совершать все необходимые операции через интернет при помощи личного кабинета. Уже сейчас удобной опцией пользуются более 200 человек. На пресс-конференции также затронули тему возможного увеличения пенсионного возраста. По словам Михаила Болдина, пока что изменений по данному вопросу не предвидится. Если вы меня спрашиваете как человека, Болдин Михаил Васильевич, я отношусь к этому отрицательно. Уже общий установленный возраст 60 лет для мужчины, 55 лет для женщины. Может быть, и молодые, красивые уходят на пенсию, но почему бы и нет? В связи с новогодними праздниками пенсии за 3 число будут выплачены 29 декабря. После Почта России будет работать в штатном режиме в соответствии со стандартным графиком. Что касается единовременных выплат по материнскому капиталу, с мая текущего года пенсионным фондом было принято более 14 тысяч заявлений. 13,5 тысяч ивановцев уже получили положенные 20 тысяч. Будет ли иметь продолжение такая практика в 2016-м, пока не ясно. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.